Собери подарок сироте. Под таким названием в Украине стартовала благотворительная акция. Мероприятие проводится накануне самых долгожданных праздников Нового года и Рождества Христова. Стать Дедом Морозом может каждый желающий. Ирина Стрибко далее. Сложно себе представить ребенка, не мечтающего о новогоднем подарке. Веря в чудо, о самых сокровенных своих желаниях, дети по всей Украине пишут письма Святому Николаю и Деду Морозу. А те, кто еще не умеют писать и рисуют, верят и ждут. До Нового года осталось 2 месяца. И уже сейчас каждый из нас может стать участником всеукраинской благотворительной акции «Собери подарок сироте» и порадовать детишек, которые больше всего нуждаются в родительской любви. Это проект, в котором может принять участие каждый. Что для этого нужно? Всего лишь желание взять своего ребенка, там, маму, папу, либо своих кого-то из родственников, пойти в магазин, купить что-нибудь для ребенка, которого нет возможности, ну, или нет родителей, которые могли бы купить ему этот подарок. Что входит в подарок? Различные канцелярские принадлежности, предметы личной гигиены, может быть, какой-то элемент одежды, там, шарфик, шапочка. То, что может быть пригодится, может быть актуально. Подарки получат не только воспитанники из областных интернатов, а также дети военнослужащих и переселенцев. Также в рамках проекта проходит акция «Елочка желаний». На ней вместо игрушек волонтеры развесили фото и просьбы детей из школ-интернатов Одесской области. Мы фотографировали деток в интернате, написали тут их фамилию, имя, возраст ребенка и его мечту, чтобы он хотел, чтобы ему подарили на Новый год. Перечитывала нужды этих детей. Это просто уникально. Это такие трогательные моменты. Теплый шарф или чашку с именем Таня. Ну вот такие просьбы, как мама 2 детей, для меня они, конечно, очень трогательные. Давайте вот просмотрим примерно, вот, что хочет ребенок. Ему 12 лет, он просит теплую куртку 38 размера. То же самое, теплая зимняя куртка. 10 лет Саша. Пишется размер, как фамилия этого ребеночка. Вы сможете взять, написать ему письмо, подписать ему открытку. Елочки с пожеланиями детей можно найти в городских офисах, аптеках, а также кафе. Подарки дети смогут получить в дни проведения рождественской ярмарки 4 и 5 января в сквере Гамова. Ирина Стрибко, Алексей Сорокин, 7 канал. We'll be right back.